В Октябрьском районе по нацпроекту в этом году отремонтировали всего одну дорогу, как раз улицу 1905 года. И хотя новый участок совсем небольшой, 400 метров, для района это очень важный объект. Здесь два социальных объекта. Это объект здравоохранения краевого значения. Он достаточно такой большой, с большим количеством посетителей. И, конечно, это 40-я гимназия. На участке не только обновили дорожное покрытие, но и благоустроили тротуары, сделали парковки, лежачие полицейские, установили дорожные знаки. Всего за 5 лет по нацпроекту в районе отремонтировали более 40 дорог на сумму около 1 000 000 000 рублей. Дороги становятся все комфортнее, отмечает Любовь Ананина, депутат городской думы от Октябрьского района. Очень важно, чтобы такие дороги везде были в городе Барнауле. И депутатский корпус будет стараться и дальше развивать этот вид деятельности, заботиться о том, чтобы финансирование было на эти дороги. Кстати, в городе по нацпроекту в этом сезоне запланировано отремонтировать 12 дорожных объектов. Сделано уже 5, в том числе по улице Водозаборной в поселке Плодопитомник. Также, то есть дорога значима в первую очередь, потому что там вообще не было асфальтобетонного покрытия. И мы в рамках ремонта, в рамках нацпроекта сделали усовершенствованное асфальтобетонное покрытие, установили также дорожные знаки, нанесли дорожную разметку, установили бортовой камень. Ремонтные работы продолжаются еще на 7 объектах. Валерий Ведяшкин напомнил, что за последние 6 лет в краевой столице по нацпроекту сделано более 190 дорожных объектов. Потрачено порядка 6 миллиардов рублей. Татьяна Голубева, «День с толком».